Итак, Аура прекрасно начинает свою программу. Хлопок ногами на баге. Очень сложный трюк. Хорошая связка делает 100 сидя на баге. Это то, что я говорил про Джон Стайл. Прыгучий очень спортсмен. Демонстрирует хороший контроль, сидя на баке. Очень эффектный трюк от Аронаса. Арон делает стопис. Стопис 80, хороший заброс, очень красивый выход на заднее сразу колесо. Вот они комбо, вот они неусидчивое положение спортсмена. Jump style. Комбинирует очень много трюков. Выше, ниже, вправо, влево. Очень быстрые движения. Очень сложное направление. Давайте, когда он будет ехать сюда, мы его поприветствуем. Здорово! Здорово! Итак, Арас имеет однозначно индивидуальный стиль. Это очень хороший показатель в графе индивидуальность. Пока таких спортсменов мы не видели, но есть сегодня райдеры, которые имеют такой же стиль, хорошие задатки. Вот он, Джон Стайл. Многим очень нравится такой стиль. Зависает на переднем колесе. Switchback. Он делает switchback по кругу. Switchback circle. Касается при этом рукой асфальта. Контролирует мотоцикл тормозом заднего колеса. Вот такой вот. Поверьте, очень сложно выполнять стопи в этом положении, именно когда спортсмен не в положении, не в технике. Касание рук, это говорит о том, что очень четко понимает, что делает. Напомню вам, спортсмену 21 год. Регулирует обороты своего двигателя. Вот такой вот проезд стоя. Очень сложный. Никто сегодня его не делал. Отличная попытка. Индивидуальности, очень высокие показатели. Так что в этот раз предложит нам Арон. Вот такой вот джамп. Никто не делал этот трюк сегодня. Очень красивый трюк. Вот такой вот проезд one hand. В конце что-то нервничать начал. Аплодируем. Просит поддержки. Давай. Это называется Power Circle. Посмотрите, чем шире круг, тем круче. Вот это вот спин и его 100% выполнении. Хороший контроль сцепления. Восьмерка. Очень сложный, серьезный трюк. Отлично. Итак, 30 секунд на завершение трюка осталось у Ароса. Просто грязь.
Арас заканчивает свою программу. Арас, финиш, финиш программ. Вот такой вот эффект.